Дорогие друзья, приветствуем вас из Иерусалима. Итак, мы буквально уже на пороге Нового года. Но прошлые две недели в Израиле были полны праздничными событиями. И постфактум мы немножко о них вспомним и кое-что вам покажем из того, что нам удалось на этот момент снять. Вообще, вторая половина декабря в Израиле очень богата событиями. Так, 18 декабря празднуется память преподобного Саввы Освященного. А вечером, 17 декабря, возжигаются огни в ущелье Саввы Освященного. Также, того же 18 декабря, начинается еврейский праздник Ханука, когда каждый день зажигаются огни в Ханукее. Сначала было лето, потом осень дождливая, а сегодня снова солнышко вышло 25 декабря на Рождество. Католическое и православное, кто празднует это Рождество по новому стилю. Так вот, здесь еще у нас ностальгия с Мией, правда, Мия? Да. Мы в этом районе Гиват-Масуа когда-то жили до 2015 года. И Мия была совсем маленькая крошка, и она тоже с нами жила в этом районе. Мы прямо над зоопарком библейским находимся, называется Гиват-Масоа. И сейчас у нас с Мией даже небольшая ностальгия, правда? Такая, а, хороший район, хороший, нам понравилось. А еще в Израиле был мондиаль. Финал чемпионата мира по футболу. В Израиле это было особенное время. Паша уже сказал, что в этот день зажигалась первая ханукальная свеча. И это очень важный момент. Это исполнение заповеди. И тут Мия нас громко позвала, и нам пришлось прерваться. Смотрите, что я нашла! А что это? Бомба котях и воды. Да, это кормушка. Кормушка, муниципальная кормушка для кошек. Интерес к обзорной площадке и великолепному пейзажу, открывающемуся вашему взору, был исчерпан. Ребенок хотел играть, и мы поехали дальше в поисках детской площадки по району, где прожили более 10 лет, слегка ностальгируя. Как видите, здесь нет ни одного высотного жилого дома, и это здорово. Последнее время в Израиле значительно увеличился процент строительства зданий выше 16 этажей. Вот оно, наше спасение, вожделенная детская площадка с еще одним восхитительным пейзажем. В ханукальные дни у детей каникулы. Мия неделю гостила у нас, и надо было как-то ее развлекать. Детские каникулы – это маленькая катастрофа для родителей. Именно потому, что детей надо чем-то увлекать и развлекать. Ханукальная неделя полна мероприятиями для маленьких граждан страны. Это и спектакли, и фестивали с неизменным и непременным огромным стечением людей. И праздничное столпотворение везде и всюду. Торговые центры не исключение. Позади меня католический монастырь Кремезан. Мы его знаем по хорошему известному вину, которое в том числе в церковных богослужениях используется. И вдали, на высокой горе, где антенна, немножко левее антенны, это уже окрестности Вифлеема, Бейджала, как раз место, где жил святитель Николай. А сразу за Бейджалой начинается Вифлеем. А теперь давайте вспомним, о чем мы говорили в самом начале, и продолжим. Но перечисляя все события, которые происходили, Павел забыл помянуть мондиаль. Мондиаль был в Израиле. Вы можете сказать, ха, мондиаль был везде по миру. Но в Израиле это было нечто особенное, потому что прежде всего по всему миру это был выходной, а у нас это был рабочий день. И как прибыть домой к 5 часам? Но в то же самое время в 17:20 нужно было зажигать первую ханукальную свечу. И это очень важный, очень ответственный момент. И даже раввины переживали, что же может случиться. И разрешили зажечь свечу раньше мондиаля. Самое главное, чтобы не было суматохи, чтобы отдали должное этому празднику, чтобы отдали должное Всевышнему. Итак, 17-го вечером зажигали
свечи в Кедронском потоке памяти преподобного Саввы Освященного, в монастыре Саввы Освященного. 18-го зажигали первую свечу ханукальную, 19-го праздник Николая Чудотворца, который происходил и в монастыре отмечали, и в монастыре в старом городе Николая Чудотворца, и, конечно же, в селении Бейджала, там, где по преданию 3 года жил Николай Чудотворец. И это было удивительное зрелище, потому что всегда на праздник собираются скауты, пускают в Бейджале возле православного храма связки, огромные связки шаров. Так, по крайней мере, было это так, когда я там была. Ну и, конечно же, это преддверие и Рождества. Ханукальные светильники и елки – это обычное явление в этот период в городах со смешанным еврейским и арабским населением. А дальше мы едем в торговый центр. Ребенок хочет есть. А пока мы едем, у вас есть возможность послушать музыку и познакомиться с нетуристическим Иерусалимом, где расположены обычные спальные районы. Такого мы не ожидали, хотя предчувствие нам подсказывало нечто подобное. Похоже, все дети захотели есть одновременно. В ханукальную неделю съедается миллионы пончиков сувганиот. Сеть пекарен Angel, согласно ее статистике, выпекает 250 тысяч единиц в день. Мы тоже не отказались от лакомства, но в этом году вернулись к традиционному пончику с вареньем и сахарной пудрой. Куда исчезло изысканное убранство пончиков прошлых лет? Нынешнее к аппетиту нас не расположило. Ханукальный хоровод религиозных евреев. 22 декабря. Возле Явских ворот старого города народное гуляние, посвященное 4-му дню Хануки и зажжению 5-й свечи. Я по случаю оказался там. Детей и взрослых развлекали костюмированные артисты и музыканты. Детям хорошо известен Иегуда Маковей. Он возглавил восстание против игоязычества и насильственной эллинизации евреев. Хасмонейское восстание произошло во 2 веке до нашей эры. Главный итог борьбы – очищение храма и возобновление в нем жертвоприношений. Каждый вечер на протяжении 8 дней праздника зажигают свечи ханукального светильника. От 1 в первый день до 8 в последний. Ханукию, так называют праздничный светильник, выставляют у окна или у дверей дома, чтобы все видели, что в этом доме прославляют Всевышнего. Это праздник с очень глубоким духовным смыслом, которого мы не будем касаться сегодня. Но вкратце, это исторический праздник очищения и освящения храма. Это праздник победы духовного над материальным. А еще это праздник масляного чуда. В эти дни очищения храма от языческой скверны
был найден единственный неоскверненный запечатанный горшочек с маслом, которого хватало лишь на день горения. Но масло не иссякало 8 дней. Всевышний не оставил свой народ. И все праздничные дни – дни радости и веселья. На главной рождественской улице в этот день тоже весело. Есть что поесть и что выпить. Музыка, огни, улыбки, ярмарка, елки, Санта-Клаусы, хорошая погода. Что еще нужно для веселого настроения? Наша кошка Алиса тоже развлекается, пока никто не смотрит. Но это ей так кажется, что никто не смотрит. А вот в рождественский сочельник, речь уже идет о 24 декабря, весь день лил проливной дождь. К вечеру он наконец-то утих, и мы рискнули выехать из дома. Горящим свечам вы видите, что сегодня седьмой день Хануки. Дождь не испугал не только нас. Дорогие друзья, итак, мы снова сделали это. Мы у Явских ворот старого города Иерусалима. Напротив, вы такой видите, хануки синего цвета. И со мной Мия. Мия, иди сюда. Вот она, Мия. Скажи всем привет. Скажи всем привет. Привет. Мы взяли Мию, мы сделали это, несмотря на дождевые ненастные условия. Дождь прошел мощный в Иерусалиме и окрестностях. Потом он прекратился, потом снова пошел, потом снова прекратился. Мы прибыли сюда, оделись, как в Сибири. Мощные куртки. Мия тоже одела пару-тройку курток. Да. И мы пошли снимать для вас в этих сложных погодных условиях настоящую хануку, настоящее Рождество и настоящие елки. Будем искать Деда Мороза, Снегурочку и все такое. Иди, Мия, со мной, иди. Пойдем со мной. Да. Здесь. Мы приехали, чтобы встретить елку и новый, и тоже Санту, и тоже Снегурочку. Что ты хотела бы пожелать подписчикам?
чтобы они были здоровые. А из таких кастрюлек вам наливают горячий глинтвейн. За 15 шекелей, разумеется. Мы здесь не остановились. А зря. Мы ведь еще не знаем, что глинтвейна на всех не хватило. И на обратном пути все кастрюльки были опустошены. Узнаете Санта-Клауса, которого мы в прошлый раз показывали, когда собачка залаяла на нас? А теперь он стоит, вышел из решеточки и приглашает всех на праздник католического Рождества. Посмотрите, какой классный, похож на Деда Мороза. Самое время показать вам эксклюзивные кадры, за которые мы благодарим нашего соседа Баруха. Здорово! Вечерний старый город совсем не так выглядит, как днем. Снежные шары не работали. Всему виной дождь. Ну и что ж, дождь испугался, по всей вероятности. О, и здесь сосульки, звезды, капли. Вот сосульки, смотри, как они красиво горят. Ну что ж, мы приближаемся к основной улице празднования. Старый город, ночной, праздничный. Повсюду опять витает запах глинтвейна. Мы еще не пробовали, но надеемся попробовать. Ребенок хочет кушать, как всегда, в общественных местах. Я хочу чипсы и шницель. Я хочу картошку фри. Чипсы и шницель – это то, что любит почти каждый израильский ребенок. Людской поток шел бесконечно. Но где же музыка? Друзья, вон она елка. И даже посмотрите, какая она красивая. С Новым годом! Смотрите, какая елка блестит. Звездочкой большой. Она даже свистит, как настоящая звездочка. Звездочка звездит. Это круто. Настоящий перл. Сегодня здесь очень много людей. Погода в Иерусалиме плюс 10 градусов по Цельсию. Несмотря на холод, несмотря на дождь. Дождь, кстати, уже прошел, как мы говорили. Пришло много людей. Слышно совершенно разные языки. В том числе иврит, в том числе английский, в том числе русский и другие. И много детей, много одетых, переодетых Снегурочкой Санта-Клауса. Да. И мы всех приветствуем с этого замечательного места. У новых ворот старого города Иерусалима. Итак, продолжим наше путешествие. И все-таки отсутствие музыки удивило. Какой же праздник без музыки? Удивило и отсутствие горячей еды. И ярмарочные прилавки пустовали. Неужели дождь всему виной? Работали только пару кафе. Но люди улыбались и радовались. Санта-Клаус даже танцевал. Мы с Мией выходим из новых ворот и идем в знаменитый Нотр-Дам, который уже показывали нам в прошлый раз, но при солнечном свете ярком. А теперь мы пойдем туда ночью, правда, Мия? Да! Ура, мы идем туда. Эти ворота новые, появились в конце 19 века для удобства прохода к святыням русских и французских паломников.
подволье которых находились вне стен Старого Иерусалима. И была в недолгой истории этих ворот страница, когда почти 20 лет ворота не видели входящих и выходящих. Их попросту замуровали. Да и входить было некому. Там, где едет поезд, проходила граница. После объединения Иерусалима в 1967 году ворота снова стали выполнять свою функцию. Вау, какая красивая елочка! Мы идем вместе со всеми привычной дорогой к зданию Нотр-Дам-Джерусалим. Оно появилось в Иерусалиме в начале 20 века. На тот момент это было самое высокое здание Иерусалима. Построено для небедных французских паломников. Башни постройки, скульптура Девы Марии с младенцем, украшение Иерусалима. И, конечно же, перед Рождеством двор украшает нарядная елка. Раз, два, три, елочка горит. Елка и пальма – удивительное сочетание. В фойе отеля установлен рождественский вертеп. Смотрите, какая красота. С одной стороны осенние цветы, а с другой стороны уже элементы Рождества. Вот такие праздничные олени. А немножко левее есть самый настоящий рождественский вертеп. Пойдем, Мия, заглянем, где вертеп находится. Лариса еле протолкнулась, чтобы сделать это видео. Когда мы вышли, полил дождь. Хорошо, что не ливень. Это нарушило наши планы, и к елке у здания Имки мы не пошли. Идти далеко, ребенок не получил шницель, пошел дождь, и вдобавок ко всему выпили весь глинтвейн. Не мы выпили, нам его не досталось. Спрос превысил предложение. Парад рождественских зонтов. Ну все, поехали домой есть суп, сказала Мия, увидев большие очереди на входе нескольких кафе торгового центра Мамила. Аллилуйя, подумали мы. На выезде с подземной стоянки тоже очередь. Едем домой есть суп. Дорогие друзья, пришло время новогодних поздравлений. Хочется пожелать мира всей нашей земле. Хочется пожелать мира каждому дому, каждой семье. И прежде всего мира в наших сердцах. Наверное, с этого надо было начать. Мира в наших сердцах. Также всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого-самого-самого хорошего. С Новым годом! С Новым годом, друзья! С Новым годом, с Новым годом, с новым счастьем! Поздравляем вас всех, дорогие зрители, подписчики и друзья нашего канала. Пусть 2023 год будет счастливым, добрым, хорошим, насыщенным по творческим событиям. И, конечно же, всем здоровья, благополучия, огромный привет из Святой Земли Израиля.